Всем привет, кто смотрит наш канал, кому интересно смотреть наш канал. Приехал сегодня сделать обзор строительства дома. Дом строится для семьи с города Магнитогорска, с Челябинской области. Заказали они вот такой вот домик на участке 5 соток земли. Дом будет находиться в поселке Родники Краснодарского края. Сейчас ждут, когда приедет миксер и начнут заливать фундамент. Фундамент здесь ленточный. Вот такой вот. В земле уже залили. Применили 12-ю арматуру. Сейчас я вам покажу видео, как заливали в земле. Сейчас выставили опалубку, связали вот арматуру. Высотой над землей будет где-то 60 сантиметров. Участок хороший, ровный. Выбирали сами этот участок, кто приехал с Магнитогорска. Они ехали проездом отдохнуть в Витязево и заехали. Им понравился этот район Белореченский. Вот они выбрали этот участок. Дали предоплату и уехали продавать свою недвижимость в город Магнитогорск. Приехал миксер, готовится к заливке фундамента. Для фундамента применяется марка бетона М300. У застройщиков свой бетонный завод. Бетон не жалеют, льют качественный бетон. Да,
Все, залили фундамент. Вот прям под уровень. Тут у них ниточка. Вот так ровненько получилось. Теперь будем ждать, пока высохнет. И будем заливать монолитную плиту. Но прежде чем заливать монолитную плиту, засыпется все песочком, все утрамбуется. И потом уже будет заливаться монолитная плита. Есть еще участки для застройки домов. Рядом два участка есть. Кто желает приобрести дом новый на юге России, в Краснодарском крае, пишите мне на WhatsApp. Номер телефона будет в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на наш канал. Это для нас важно, а для вас несложно. Всем пока-пока!